В этот раз наша команда рыболовов решила отправиться на реку Днепр на ловлю крупной плотвы. Ловить рыбу мы решили на очень популярную на Черниговщине оснастку под названием вертолет. По проверенной информации в тех краях, куда мы держим путь, плотва сбилась в многочисленные стаи и отменно ловится на живую насадку. Несмотря на раннее утро, в данные места направлялись сотни единомышленников. Да, места здесь точно рыбные. Спешно собираемся и отправляемся на лед. Нам предстоит потратить много времени на поиски перспективных мест. Наконец-то перспективное место обнаружено, поэтому приступаем к ловле. Первая же проверка снасти и 3 трофея на льду. Вот это удача! Как только снасть опускается на рабочую глубину, поклевки следуют практически мгновенно. Здесь медлить нельзя, ведь как только стая сместится в другое место, клев может неожиданно закончиться. Вертолет состоит из следующих основных частей: конечного поводка, который соединен через вертлюжок с P-образной пластиной из жести. Далее на лесочной вставке диаметром 0,2–0,25 мм на расстоянии 30 см размещается несколько поводков на леске диаметром 0,18–0,2 мм, тоже через вертлюжки. Вся вставка с поводками и пластиной заканчивается шарообразным грузилом весом более 25 грамм, который стопорится вертлюжком.
Эта нехитрая оснастка за счет пластины выпрямляется на течении и поднимается над дном. В зависимости от формы пластины, вертолет на течении может не только болтаться из стороны в сторону, но и вращаться, подобно пропеллеру. В период полного бесклевия эта оснастка часто выручает рыболовов. Небольшая тонкая веточка лозы, которая устанавливается на льду, выполняет функцию сигнализатора поклевки. Как только она судорожно забьется, значит, настала пора проверять оснастку. Всегда приятно вытягивать несколько достаточно крупных рыбин сразу. Вот это настоящий, чистый рыбацкий адреналин. Вываживать рыбу приходилось скрытно и сразу же прятать ее, ибо налетят рыбаки-помощники, словно голуби, и сразу же спугнут мимолетную рыбацкую удачу. Во время вываживания необходимо внимательно следить за тем, чтобы крючки вертолета не цеплялись за край лунки. Обычно досадные сходы рыбы случаются именно по этой причине. We'll be right back.
Плотва зачастую активизировалась в то время, когда весеннее солнце выглядывало из-за серых туч и освещало загорелые лица сотен рыболовов. Хлыстик на льду вновь сигнализирует о поклевке. Необходимо немедленно приступать к вываживанию. При виде таких серебряных слитков, которые с легкостью разгибают ладонь рыболова, сердце начинает учащенно биться. В качестве наживки я использовал мотыля. Его наживлял небольшим пучком и равномерно распределял по всему крючку. Необходимо было полностью закрыть мотылем цевьё крючка. Местные же рыболовы в качестве наживки использовали навозного червя, которого осенью заблаговременно запасли впрок. Отменно работала и одна, и другая наживка. По моим наблюдениям, на мотыля было меньше холостых поклевок.
Крупная плотва на быстром течении оказывала очень мощное сопротивление, по этому показателю очень сильно уступала густера и подлещ. В обеденное время рыба активизировалась и стала жадно кормиться. Часа полтора плотва, густера клевали как из пулемета. Порой складывалось впечатление, что рыба стоит в очереди за моей наживкой. В скором времени решил поинтересоваться успехами моих компаньонов. Оказалось, что рыбка поклевала практически у всех. Необходимо не тратить понапрасну время, а ловить момент. Несмотря на монотонную ловлю без поклевок в руку, рыбалка все равно проходила в драйв-режиме. Вываживать сильную рыбу на быстром течении всегда приятно, а вываживать сразу несколько добротных особей на деликатной оснастке приятно вдвойне.
Иногда во время ловли влетали бонусы. Такой поворот событий придавал особого драйва и так достаточно азартной ловле. У меня в улове доминировала плотва, значительно меньше на вертолет попадалось густеры, и совсем редко своим визитом радовал меня подлещик. Под вечер рыба вновь активизировалась, однако в это время она активно кормилась у самого берега, поэтому необходимо было немного сместить вертолеты и вновь приступить к азартной и очень увлекательной ловле белой рыбы. Помимо вертолетов, черниговские рыбаки для ловли белой рыбы на течении используют донные оснастки под названием «конец». Эта снасть конструктивно немного отличается от вертолета. В этот день на концы рыба клевала значительно хуже, чем на вертолеты. Это связано с тем, что стаи плотвы и густеры находились не у самого дна, а в толще воды. В этот раз я и мои товарищи ловили рыбу и на покоток. К сожалению, в этот день плотва и густера очень плохо отзывались на оснастку подвижного типа. За весь день ловли на покоток мне удалось поймать всего несколько плотвиц.
Время за насыщенной ловлей на реке пролетело незаметно. Пребывание в здешних местах мне показалось всего лишь мгновением. К сожалению, настала пора прощаться с рекой, ее обитателями и отправляться домой. До скорой встречи, могучий Днепр. Мы сюда обязательно вернемся.